Если вы в скором времени планируете прибегнуть к услугам микрофинансовых организаций, вам следует разобраться в том, как взять заем без отказа. Эта процедура способна вывести из проблем, которые необходимо решать срочно. Но выбирать организацию в спешке не стоит, ведь это может привести к нежелательным последствиям. Чтобы успешно оформить кредит, нужно изучить условия микрофинансовых организаций и требования к заемщику для одобрения заявки. Как взять заем без отказа? Условия выдачи и онлайн-заявка подробнее в нашем полном обзоре.